Итак, всем привет! Вот еще снова наш тест-драйв. Как и обещали, через неделю. Теперь будем стараться выкладывать каждую неделю тест. Сегодня на обзоре машинка. Великая машинка Golf 2. 84 года выпуска. 1.4, да? 1.6. Автомат, трехступка. Представляете, 84 год, автомат. Это вот просто... АвтоВАЗ, здравствуйте! Я передаю вам привет! Ну что хочется сказать, данная марка Golf 2 выпускалась, данная модель выпускалась с 83 по 91 год выпуска. До 93 года выпускали купе. Что у них было? Что? Объем, они бензиновые двигателя были, очень вообще большая линейка, там было 1.3, 1.6, 1.8, 2 литра. Весит этот малыш, по-моему, всего лишь 900 килограмм. Итак, 1.6. Карбюратор уже стоит от девятки. Эта машина очень похожа на девятку, и карбюратор у нее тоже стоит от девятки. 7 лошадиных сил. В этих моторах были 1.8 мотор был с турбонагнетателем G60, компрессором. И у него, представляете, было 210 лошадиных сил. Просто посмотрите на этого малыша. Пойдем. Просто вот на вот это вот. Просто даже не девятка, это даже больше восьмерка, только четырехдверная. И 210 лошадиных сил, у меня на BMW сейчас меньше. По тем временам это было очень круто, их выпустили всего 75 моделей. Это был ограниченный выпуск, ну не гражданская версия, но наваливал он очень сильно. Также был выпущен в 88 году первый Golf 2 Synchro, полный привод. И с 90-го года у этой модели был рестайлинг. Уже были широкие бампера ставились, молдинги широкие. Вообще, эта модель очень много чего производилась в плане кузова. Менялась решетка, вот эта вот передняя. Менялись бампера, ставились накладки на крылья, на арки. Были широкие молдинги, узкие молдинги. Потом вот эта знаменитая, вот эта вот дорестайловая стоечка посередине. Здесь отдельное стекло и... зеркала, которые стоят не как у всех здесь, а стоят посередине. Здесь еще вот владельцы сделали зачем-то поворотник, не знаю. Видать, им так интереснее было есть, чтобы видно было, что точно он включился. Вот, это модель CL Classic. Также выпускалась модель Golf 2 Country. Это вообще был просто настоящий внедорожник. Вот этот, опять же, этого малыша делали какие-то извращенцы. Они сделали его вот таким маленьким, компактненьким, таким эконом-класса машинки, но потом они влупили туда мотор, который наваливает, а после этого им показалось мало, и они сделали еще и кантри. То есть они взяли вот этот кузов и просто поставили его на раму, и это был просто джип. Он уже был с кенгурятниками, у него сзади запаска уже вешалась, как на джипе сзади. Делали его в Австрии, на заводе, где делают Mercedes, гелики, короче, G-класса. Но их выпустили всего около 7500 кантри, потому что очень была дорогая машина и в обслуге, и вообще сама машина, стоимость машины была очень дорогая. Поэтому, ну, модели вот так мало их выпустили. И если взять просто кузов Golf 2, то их было выпущено больше 6,5 миллионов, представляете, экземпляров по всему миру. Их выпускала Франция, Япония, США, там, Швейцария, везде, короче, их делали. Вот, ну, короче, машинка, если учесть, что для того... года машинка эконом-класса, уже тогда ставились на некоторые модели, ну опять же по заказу клиента ставились электрические стеклоподъемники, электрозеркала, но это редкость, но это было. Были сиденья, которые ставили от Recaro, Swag Sport и Recaro стали, рекаровские сиденья были с электроприводом, просто прикиньте, 90-е года, там электрическая эта машина. Здесь также были фары, была модель вот, ну, с двумя фарами, была с четырьмя. Для Америки выпускались фары, были квадратные, и были просто квадратные, были прямоугольные. Как, ну, в общем, морда была похожа, как и на Jetta. Вот. Ну, что про эту машинку хочется сказать? Машинка, конечно, видавшая виды, но, тем не менее, она на ходу, это радует. Вот, кстати, единственная родная ручка, которая у них ставилась, с вот такой вот защелочкой. А здесь уже переделанные все, это, наверное, не знаю, от третьего гольфа или от чего. Вот такая вот история. Ну что, пойдемте в салон. Итак, салон, это вообще отдельная история. Вот он, кстати, тот самый автомат, который... А здесь кнопку не надо нажимать? Владелец, кнопочку не надо нажимать?
Здесь есть кнопочка, но ее уже не надо нажимать. Уже он так включается. Автомат до сих пор работает. Представляете, 84-й год, и автомат работает. Просто я не знаю, почему вообще обычно на Audi, Volkswagen, Passat, B3, Audi 80, там вообще автоматы не хвалились. Здесь он какой-то, видать, бронетанковый. Ну, здесь по салону, что говорить, это просто, это 84-й год, здесь нечего рассказывать. Здесь все обычно, все квадратно, все, вот, гидроусилитель руля настолько круче, что он даже, вот, видите. А, все, заблокировать. Конечно, машина, я говорю, видавшая виды. Уже менялись карты, потому что родной салон, это был сделано под люкс, коричневый салон, коричневые ковры, здесь все вообще было шик и блеск. Люка нет, ничего нет. Ну, я говорю, напоминает просто советскую девятку такую. Просто, наверное, более качественную, более такую, все-таки более мягкую где-то при езде, при управлении. Вот, места довольно-таки много, хоть он и маленький кажется, но места на самом деле много. Для четверых человек. Пятером, сзади троем сидеть уже неудобно. Что еще? Ну, все круто, я говорю. Зеркала, кстати, эта рамка вот лично мне мешает. Она прям посередине, вот прям посередине зеркала. Какой-то отделитель такой. Здесь у нас же, видите, спорт-тюнинг сделали. Красной изолентой обклеили все. Это вообще просто спорт-тачка. Тачка-спорт. Нечего рассказать. Вот даже есть такая надпись сохранилась. VAG Service System. По идее, там, наверное, должен быть вход для компьютера, для диагностики, но там нет ничего. Движок не поменялся ни вообще. 1.8, как вот 1.8, мне кажется, Volkswagen этот движок ставили, наверное, года до 96-го точно. Вот он просто, я не знаю, здесь нечего рассказать. Маленький радиатор, тот самый Volkswagen-ский движок, но зато аккум, сними аккум, иди сюда. Это аккум просто вообще нереальный. Он может, даже если этот генератор не будет зарядки, этот аккумулятор может довести эту машину в любую точку города. Вот, а так все такое же, все фольксвагеновское, все, движок, я говорю, стандартный. Ничего интересного, маленький, вот такой очень маленький радиатор. Пацаны, так, вот у нас жопа этого, попочка этого гольфа, малыша. Фары, кстати, стоят в оригинале, не менены, ничего, все кайф. Болезнь у гольфов, вот эта вот планочка, здесь она целая, вообще на редкость. Обычно гниет, гниют арки, здесь тоже, кстати, целые. Но здесь он и крашеный, но ничего не варено, не делано. В сухом климате, видать, жил. Подымаем. Сабвуфер. Кому нужен? Все нормально, он не прикручен, он просто лежит для красоты. Это же гольф, это же четкая машина. Здесь ездят четкие пацаны, надо, чтобы был сабвуфер. И не важно, что он не работает. Ну что, тут маленький багажник с полочкой, все аккуратненько. Тоже коричневый пластмасс. Все закрыто. А, нет, полноразмерная запаска стоит. Но вообще, место только под докатку. Место только под докатку. Стаканы уже начали гнить возле стаканов. Все начало гнить. О, а сзади бачок стоит для омывателя заднего. То есть это идет не с переднего бачка, как на новых машинах, все с переднего берется. А вот он стоит. И он 6 литров, представляете? Это то есть заднее стекло можно, я не знаю, залить 6 литров, и всю жизнь хватит этой воды, чтобы омывать. Сейчас еще покажу прикол. Открываем. Я это сделаю. Мало того, что места в нем достаточно, в принципе, здесь складываются задние сиденья. Но это тоже все фигня. Подъехал ты такой на рыбалочку на нем. Так, ничего нет, мин. Я не заморал, не сы. Присел такой, прилег, и все в твоей жизни прекрасно. Вот так вот, Golf 2. Покупайте Golf 2, ребята, будете кайфовать, я вам отвечаю. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, это был мини-тест. Далее будет на тесте у нас Audi A6 в пятом кузове, 2.4 автомат. Ждите, всем привет.